А всем привет, ребята, с вами я, Илья, и сегодня я путь до транспортной компании, вторая серия. Так как у нас будет до транспортной компании, давайте в начале серии поработаем в транспортной компании. Показывать все это не вижу смысла. И вот мы уже добрались, арендуем грузовик, берем заказ. Опа-на, квестик мы выполнили. Забираем опыты. Сядемся и загружаем наш заказ. И загружаем этот руду. Пипикаем. И получаем свои долгожданные 43 тысячи. Едем обратно. Смотрим на задание, ребят, набрать 100 километров в час. И попытка первая неудачно. Попытка вторая тоже неудачно. Попытка третья тоже неудачно. Итак, давайте заберем этот 20 тысяч рублей, а Субару потом заберем. Итак, берем разгон и... Опа, получается железный конь, мы выполнили. Забираем Субару, а вы тоже забрали Субару или нет? Давайте загружим эту машину, а потом поработаем в транспортной компании. Итак, выгружаем машину, арендуем грузовичок, трак Евро, берем заказ. Слэш, пишем слэш гарго и загружаем наш заказ. И прицепляем наш этот заказ. Итак, пипикаем и загружаем. И получаем штраф, вот, опа-на, а мы в тюрьме. Не знаю как, едем в тюрьме, ребят. Серия будет очень интересная, досмотрите до конца. Итак, едем в БУ, ой... Не в БУ, а этот, забирать Субару. Субару. Давайте заберем Субару и поедем в аукцион, чтобы там поставить на блатные номера так-то. Показывать все это не вижу смысла, уже доезжаем. Ой, блин, не доезжаем, а обязательно вот... На светофоре останавливайся. Смотрим, сколько сидит в гос-субару. 1 миллион. Едем ко мне домой. Паркуем Субару слэш парк. Ага. Итак, обязательно делаем тут пробки. Дальнобой вообще умирает. И берем заказ. Арендуем. Загружаем наш этот заказ. Выгружаем наш заказ, ведем кетчуп и получаем наши деньги, денежки. Едем обратно и мы уже добрались, арендуем грузовик, берем заказ, опять берем заказ, загружаем наш этот и ведем кетчуп и получаем 40 тысяч, ого. Едем обратно, загружаем наш этот, наш волчок в спорте. Я его давным-давно уже не использую, на нем я не еду. И так, давайте приедем и напишем, что продаем спорт, фулл свет, тонировка, цену предлагайте. Вот уже люди пришли, они уже со мной начали этот писать, сколько стоит 400. Все говорят, что ради 10 тысяч не стоит так-то тут долго стоять. Но вы поймете, о чем я говорю. Тут очень можно этот... Сейчас люди будут приходить, так как я продаю почти по лоу цене. Они предлагают и так лоу по рук 400 и по рукам нет. Мы отказываемся, вот. И нет, Амир. Он говорит, 400, только 400 есть у меня. Амир пишет, только 400 есть. 400 есть, вот. Пишем. Вот, видите, у него есть
деньги. А он говорит, что нет. А такие люди мне не нравятся вообще, пацаны. Эх. Но на этом видео мне почти много людей приходили и да хотели меня заскамить. Бекзат приходит, Кинг приходит, пишем ему этот наш приготовленный текст. Цену предлагайте, /карпас, давайте Бекзату этот дадим. Бекзат говорит, 410 беру. Только у него этот, что есть, знаете, у него есть, так, у него есть КД. Давайте напишем, а у него стоит КД на 5 минут. Я этой девушке пишу, продано, а он, смотрите, нигер, блин, хватит, бро, этот, обзываться. Продано, говорю, продано первому клиенту. Я даже не знаю, кто первым приходил, так что вся наша обзывает, ребят. Я не тебе, Пека. Итак, давайте попробуем. О, КД уже прошло. Ребята, я очень долго снимал эту серию. Я думаю, вы меня поддержите. Я даже ночью этот не спал, а снимал. Эх, вот бы мне этот 500 подписчиков, и я бы начал делать какие-то конкурсы или так-то, так далее. Итак, я тут посмотрел очень много машин, и все эти машины не по моему бюджету, ребят. Только загляните. О, этот Е34 подошел. Давайте Е34 этот спросим. Блин. Давайте спросим у него ПТС-ку. Шекер Тамыр его называет. Блин. Ну, он похож казах. Спорт плюс. Сколько? Спрашиваем, сколько? Два. Итак, продам БЛХУ. Фу, прошивки. Нитро 10Х. Ого. Этот. Блин, не знаю, этот рынок Е34. Фул эти были, этот, фулки были. Их полу продают, думаю, этот. Мне за мою эту бэху предлагали 3,5 миллиона, но я так и не продал. Блин, это цена, думаю, лоу. Или у многих сейчас бывает Е34, и из-за этого, думаю, цена падает. О, уже... А, у него игра вылетела, ребят. Вот, спросим, Ниссана у него вообще нет. О, Шикер Тамырка нам пришел. А он пишет НП, Альфа-Раби сзади. Вылетела, говорит. Давайте напишем, понятно. Итак, он загружил машину. И я ему первый в трейле отдаю 600 тысяч, ребят. 600 тысяч, а он мне машину дает за... 1 800 000. Ну, с этой тачки, я думаю, я вообще не знаю, как перепродавать машины. Не знаю их рынок. Хочу, чтобы вы их знали. Буду рисковать своими деньгами, даже если это буду в минусе на 500 тысяч рублей. Буду очень-очень жестко рисковать, чтобы этот... В Якутске, ребят, очень мало людей, которые снимают перекуп. Я играю в Якутске. В Якутске этот есть Максим Максимыч, который говорит, конечно, цены. Ну, не знаю, сколько их. Но он не делает рубрику перепродажи. Вот уже покупатели приехали. Сколько Лия? Блин, почему меня все называют Лия? Меня же зовут Илья. Почему? О, Адиль сказал, что норм, цена, пацан, имба. Блин, стробоскопы, стробоскопа, тут фул свет, тут тюнинг не разрешается ставить. Подвески тоже фул. Подвески фул. Ребят, я его думаю, блин, их рынок очень жестко упал, я думаю...
сколько рога бежут, 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 сколько рога. Ого, уже все, почти все начинают забирать этот Митсубиси. О, кстати, ребят, черный цвет так-то не очень подходит. Давайте поедем до стайлинг-центра. И там этот цвет персика поставим. Вот мы уже выезжаем. Только взгляните на этот цвет. У нас в Suita Production этот цвет очень хорошо нравится и подходит. Мы этот цвет называем персик. Давайте взглянем, что тут есть в багажнике. Ого! Очень много номеров. Но жаль, что они не блат так-то. Неплотные номера. ABC нормально. Нормальный номер. ABC 06 нормальный номер. 52. Где номер 52? Все эти номера забираем ко мне в инвентарь. Ставим вот самый нормальный номер. Думаю, как. Давайте починим. Ой, давайте откроем машину и доедем до этого, до авторынка. Ребят, давайте покажите мне очень хороший актив. Я этот видос буду снимать этот очень жестким путем так-то. И буду всем показывать, что надо делать, чтобы эти ошибки, ребята, я буду брать на себя, чтобы у вас не было таких ошибок, как у меня. Но, кстати, я этот номер, этот реварт сделал, а мне уже дали так-то. Двигатель не исправлен, ребят. Машина сдохла. Опа-на, уже покупатели пришли. Ребята, я тут очень долго стою, показывать не вижу смысла. Просто очень много людей подходили и угорали. Угорали от цены, ребят. Это норм цена так-то. Если найти любимчик от этой машины, то могу и за 3 миллиона продать. Но такие машины уже 2,5 сливают, даже за 2 миллиона, ребят. Вот я стою и думаю, почему все эти люди не двигаются. А у меня вылетело, ребят. Едем обратно. Пока за все это не вижу смысла я. И когда доеду, подключусь. Все, я доехал. Похоже, вот эти люди нормальные так-то люди. Снайпер Год, Нурахмед. Они похожи с одного этого аккаунта. Эти люди похожи один человек на двух аккаунтах играет, чтобы эти продавцы специально скинули эти деньги. Вот, я думаю. Так, смотрите, они что-то делают, как будто очень похожи на друг на друга. Проверяют гидравлику. Итак, мы с ним еще тут долго постояли. И я думаю, вы хотите увидеть, что произошло. Я это видео сразу же выложу, когда этот сделаю монтаж, ребят. У Нураха итог есть 2,4, есть, он копит. Нураха. Пацаны, у этого снайпера есть очень много денег. Ребят, на эту машину мне подходили люди, которые были недавно день рождения, и говорили подарить. Я им с удовольствием подарил бы, но эти машины мои, ребят. Эти машины мои. Ох, ребят, я эту машину продал. Вы не представляете, сколько я за этой машиной держался. Очень много я держался. Опа-на, они меня обманули, оказывается. У снайпера были деньги, они не хотели отдавать. Блин, жаль, конечно. Но давайте это задание выполним. Я здоров.
И уже второе задание давайте выполним. Доедем до этого авторынка. Пока за все это не вижу смысла. Все, ребят, я выполнил ежедневный кейс. 27. Ребята, если хотите, чтобы я их открыл, подписывайтесь. Всем пока-пока.